Продолжаем наше увлекательнейшее путешествие в прошлое. Ты подходишь к тому или иному стенду, ну, наверное, туда пойдем, и попадаешь в какую-то свою эпоху. Вот, например, 80-е пластинки. Пластинки вот по 50, по 100, по 50 рублей. Пластинок много. Народу прям много. Мы как-то пришли сюда вроде не так. Прям плотно было. А сейчас что-то понабежали. Снова ножики. Это опять плейн китайский. Вот этот прикольный. Это ножик называется колхозник. 65 копеек он стоил. Сейчас достаточно редкая штука. Вот. Не каждый день его можно встретить. Это советский ножик, называется пивник. Их много было разновидностей. Главная особенность пивника в том, что у него есть открывалка. Так, мы как-то... Кто? Наталью Лапину знал. Наталья Лапина? Я ее... Как можно узнать человека, которого ты никогда не знал вообще? Вот. Советский экран 89. Советский экран 89 год. Наталья Лапина. Кто это вообще? Так, мы куда-то зашли совсем в дикие места. И тут люди вот так вот просто на полу торгуют. Но опять же, такое вот ощущение, знаете, 90-х. Причем еще вот на храме колокола звонят, не знаю, слышно вам или нет, люди какие-то серые, грязные. Торгуют какими-то старыми вещами, в общем. Как в фильме Балабанова, знаешь, вот. Да, ощущение, да. Что вот оттуда сейчас брат выйдет. Пошли. И скажет, не брат ты мне, гнида черножопая. Туда пойдем. Наверное, вниз все-таки надо. Ну, давай здесь сейчас пройдемся чуть-чуть. Здесь прям целый набор хирургического инструмента. Опять ножи, кассеты. Люди тащат все подряд. Такие места. И смотрите, зажигалочки. Вот это прям... Интересная. Рига. Здоровище. Ну, кстати, тоже зажигалка. Видели? Но это китайское что-то. Это интересно. Колокола не унимаются. Мы продолжаем ходить по вернисажу. Такой, короче, тут весь вернисаж можно разделить на несколько частей. Первая туристическая, да? Там, получается, матрешки и прочее. Потом такая антикварная, где а-ля профессионалы торгуют. И вот народная часть. Ну, по мне, так это самое интересное. Вот. Набор товаров все подряд. Знаете, вон кабачки продают, в конце концов. А тут уже прям... Тут уже вообще нет антиквариата, тут просто тряпки. Что ты не увидел? Порно-карты не видел. Порно-карты ты не нашел? Давай, озадачимся целью найти порно-карты из 80-х, и мы их обязательно найдем. Я думаю, что они тут есть, Саш. Тут прям... Тряпки. Во-во-во, я нашел тебе порно-карты, смотри. Вот они, ты только о них сказал. И вот, нет, это 88-й год, календарик. Но мы близко. Часы, опять же. Снова ножки. А сколько ножки такие вот стоят? 500 рублей. Интересненько. На самом деле тут можно у каждого ларька останавливаться, стоять подолгу, рассматривать. Но у нас... Вот. Вообще романтик прям. Блок магнитофонных кассет ЗИЛ. Еще одна пушечка. Смотрите, какое прям состояние совсем плохое. Ну, наверное, можно починить. У кого такая была, напишите в комментариях. Что тут, диски, кассеты? Круиз. Я не знаю, кто такой Круиз. У тебя какие-то странные эти знания. Так, а подожди, нам куда вообще надо? Туда, ты думаешь? Где выход? Там, прямо. Чё нашел? Блок питания? Тонкую зарядку на Nokia. 100 рублей на Nokia. Есть? Да.
Так, все, с тобой мы рассчитались, Так, тут часы. Пошел дальше, рассчитывай. Что тебе не нужны? О, такие прикольные. У него отца такие. А сколько такая победа стоит? 200 рублей. Это все по 200. Да. Они не ходят или? Нет, это не рабочие. Рабочие есть, отдельно рабочие. Эти за 400. Вот это прям симпатичная электроника. А они сколько стоят? Электроника неизвестно качество и неизвестно. А, непонятно. 400. Да, вот есть, смотрите, вот такая вот. Да, да у меня так, просто у отца вот такие были. Вот это прям классно. Смотрите, вот эти вот ходят, вот эти вот. Вот эти вот на ходу. Ну, не похоже, но тут прям. А, ну, хотите, в следующий раз приходите. Хорошо. Во, да, прям спортивный. Вот можно этот покупать и клипы снимать, короче. Куклы. Вот это вот выглядит страшновато, на самом деле, такие вот стенды с куклами. Ну как вам, друзья? Забавно. Были здесь, нет? Я бы вот с удовольствием приехал бы еще и, наверное, не раз. О, экскаватор реально. Экскаватор какой прикольный. Мне кажется, его где-то откопали, не? Он такой прям умирал где-нибудь. 1984, мой год рождения. Рога, миска с тисками. Смотри, орел какой, Саш. Вон, глянь. Откуда-то с забора. Вот, наверное, настоящий. Ну и да, это вот номера. Какие-то вот номера. А сколько номера вот такие вот старые стоят? 1000 рублей. Вот это. Интересно. Это Рязань? Да. Ряж Рязань. Тульский, это КЖЗ, может, да, Калуга, а это ЕГЭ, не знаю, интересно. Вот такой Дед Мороз 800 рублей большой стоит. Опять елочные игрушки. Посуды гора опять советская. Кто-то бабушкин сервант сюда вытащил. В полном составе. О, смотрите, как оплата идет. С очком, чтобы не подходить. Сейчас, подожди, забыл. Смотри, как платят люди. Это вы прям прикольно с очком придумали. Это вообще такого никогда... Никогда устали бегать туда-сюда? Это интересно. Класс. Мы уже, кстати... Приближаемся к выходу. Я думаю, что мы прошли в итоге процентов, наверное, 30, ну, максимум 40 всего вернисажа. Здесь уже на выходе, здесь уже книжный развал. И опять вот начинаются сувениры, потому что вначале всегда здесь сувениры. И дальше туда уходит, смотрите. Слушайте, ну, придется мне сюда еще приезжать. Придется мне приезжать, снимать, выкладывать. Вот. Чтобы это точно произошло, друзья, надо поставить лайк и написать в комментариях, что я занимаюсь этим не бесполезно. Кому-то это нужно, кому-то интересно. Так, что, друзья, время у меня поджимает, надо ехать. Рынок огромный, он еще уходит далеко-далеко. В общем, я вернусь несколько позже. Ну а вы подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите что-нибудь хорошее в комментариях. Миклуха Маква, любите историю. Пока-пока.